задался вопрос. Я не в курсе каких-либо переговоров по передаче трудовых резервов. Трудовые резервы передали Министерству освиты. Ну а дальше? Сегодня... Город будет принимать или все-таки давайте откажется? Давайте мы для начала примем хоть что-нибудь из государственной собственности, в частности, например, спорткомплекс «Заря». Для начала примем его, постараемся его восстановить и запустить там бассейн, а потом уже будем говорить о том, что мы еще что-то будем принимать. Потому что навешивать на себя нерабочего мы можем, но вопрос зачем? То есть оно все будет нерабочее. Давайте начнем с чего-то поступательно реализовывать, ремонтировать, запускать детей и заниматься следующим. Сегодня меня интересует там, запуск «Заря» спорткомплекса и запуск спортивного местечка на территории парка Победы. Эти два объекта для меня сегодня являются такими приоритетными в том, что вы получите коммунальную собственность города, доделать их и запустить. А имея землю на территории этого, мы уже сможем податься на государственный проект, на государственное финансирование по строительству ледовой арены. Не из места лучше. А в чем сейчас заминка вопроса по «Заре»? Ну, передачи, там дело в том, что это большой комплекс с большим количеством разных вещей. Там, то есть, например, казалось бы, вот поле, а поле там, это покрытие, дорожки, ворота, там, сетки, что-то там еще, ограждение. То есть, ну, инвентаризация просто сейчас должна. Кто передает, инвентаризирует, кто принимает, инвентаризирует. Чтобы потом, когда зашли туда городские коммунальные службы, чтобы там не получилось так, что кто-то приходит, что-то свинчивает. Говорят, подождите, поверните назад. Так в интерсекционной ведомости этого нет, значит, это не ваше. Понимаете? Да, Макартычан еще в 2019 году говорил, что идет инвентаризация, и уже якобы все готово, ждали только вот компенсации. Очень большое количество людей занято в этой передаче с разных сторон. И все они следят за этим вопросом. Я в этот вопрос не вникаю, потому что если я туда так глубоко спущусь, так низко, то я тогда не смогу вообще другими вопросами заниматься. Я думаю, что они компетентны для того, чтобы в ближайшее время, я очень надеюсь, в ближайший месяц принять уже это решение. Потому что время уходит, и оно явно работает не на спорткомплекс. Все, спасибо вам большое.